Каждый человек хочет выделяться на фоне остальных. Кто-то месяцами сидит на лапше быстрого приготовления, чтобы накопить на премиальный девайс. Кто-то делает ставку на хендмейд и тратит кучу времени на поиски творческого озарения. Другие ограничиваются чехлом на свой девайс. Сегодня я расскажу вам, как придать уникальности своей кухне. Итак, представьте, позвали вы подружек выпить ванильного какао. Заходите на кухню, а у вас вместо варочной поверхности в столешнице картина, написанная умелой рукой мастера. Представили? А теперь вообразите, что ее можно получить бесплатно, выиграв в нашем конкурсе. Правила я озвучу чуть позже, а сейчас посмотрите на красоту от компании Ханса. Это электрические варочные поверхности с основанием из стеклокерамики и дизайнерским элементом украшения. Линейка представлена 5 моделями, которые идентичны по функционалу и абсолютно разные внешне. Несмотря на многообразие визуальных украшательств, поверхность должна быть удобной и понятной в использовании. Дизайнеры не переусердствовали и сделали хорошо различимые зоны нагрева. Первая поверхность стилизована под дерево. Здесь даже просматриваются годичные кольца, как у настоящей древесины. Вторая получила причудливый орнамент золотого цвета на черном фоне. Ее, кстати, вы и можете выиграть. На третьей используются черты культуры эпохи античности. Четвертая модель порадует любителей астрологии. Здесь вместились все 12 знаков зодиака. И, наконец, пятая поверхность, моя любимая, с узором часового механизма. Модели оснащены нагревательными элементами типа Highlight, к достоинствам которых в первую очередь относят очень быстрый выход на рабочие температуры. Также на них можно готовить в стеклянной посуде, причем достаточно большого объема, так как 2 из 4 конфорок имеют зоны расширения. В них область нагрева увеличивается вручную. И это удобно, ведь не каждый день мы варим борщ ведрами. Теперь о панели управления. Она сенсорная, с индикацией красного цвета. Для каждой конфорки можно задать мощность нагрева в диапазоне 9 уровней. В этих моделях присутствует режим подогрева, при включении которого температура зоны нагрева достигает 65 градусов, чего достаточно, чтобы сохранить блюдо горячим. Не забыли и о мерах безопасности, что особенно важно, когда в семье есть дети. Во-первых, предусмотрена возможность заблокировать панель управления от смены настроек или включения устройства в целом. Во-вторых, есть индикатор остаточного тепла. После выключения поверхности какое-то время конфорка остается горячей, о чем оповещает символ на соответствующем дисплее. Также имеется встроенный таймер. После внесения настроек можно задать время работы конфорки, по истечению которого модель издаст звуковые сигналы и отключится. Диапазон времени составляет от 0 до 99 минут. Функция реально полезная, можно смело идти смотреть «Игру престолов» и не бояться, что забудешь о каше. Касаемо ухода, тут все просто. Отпечатки легко удаляются с помощью салфеток или ткани, а для удаления пригоревших остатков еды используем металлический скребок. Поверхности производятся в Польше, которая, как известно, является членом Европейского Союза, поэтому материалы и качество сборки не вызывают сомнений. Поверхности получились очень красивыми внешне, при этом обладают богатым функциональным оснащением. Это хороший вариант для тех, кто выбирает бескомпромиссность во всех аспектах. А теперь самое приятное. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписчиком этого канала, сделать репост этого видео в одной из социальных сетей ВКонтакте или Facebook и оставить в комментариях под этим видео ссылку на репост и хэштег «Хочу поверхность Ханса». Ну а мне будет приятно, если вы поставите лайк. Увидимся в следующем видео! Также смотрите советы по заморозке продуктов на зиму и видео, как почистить утюг в домашних условиях.